В рамках первого проекта я сделал игру «Танковый бой». «Танковый бой» — это тренажер, благодаря которому любой ученик или ученица могут легко и просто выучить таблицу умножения. Я вам сейчас покажу. Вначале вы видите кнопку «Старт». И в правом верхнем углу вы можете нажать на желтую кнопку. И тут покажется инструкция. Дальше вы можете нажать на крестик, и инструкция исчезнет. И нажимаем старт. И тут нас спрашивают, сколько будет 3 умноженное на 2. У нас здесь наш зеленый танк. И вражеский серый танк. Тут показываются жизни их. И если мы ответим правильно, то наш танк будет стрелять. А если нет, то вражеский танк будет стрелять. 3×6, 3×2 будет 6. Уходят котики. И мы стреляем. Наш котик говорит «Ура!», а другой говорит «Ой!». И мы нанесли достаточно сильный урон. Далее. 3×8 будет 24. Но я сделаю неправильный ответ, чтобы вам просто показать. Вот вражеский танк стрельнул, и нам попало. Тоже высокий урон. 6×7. Еще я вот еще раз, я тоже неправильно, знаешь, рассчитаю, как я стреляю. И я буду все время правильно для этого будет, чтобы показать, что будет, если хорошо там забьется. 63. И мы сейчас попали. 42 получится. У вражеского танка даже огонь пошел. 28, 16. И мы скоро выиграем. У вражеского танка это всего одна жизнь. 4 умноженное на 7 будет 28. И вот мы победили, вражеский танк взорвался. И когда мы выиграем, тут появляется надпись «Победа». И кнопки на, значит, заново или остановить игру. Я вам сейчас покажу все, что запрограммировано. Начнем с фона. Когда он получает сообщение «Все», он останавливает другие скрипты спрайта и останавливают этот скрипт. Спрайты это персонажи, их так называют в скретче. И когда фон получает сообщение заново, он ждет 0,3 секунды и повторяет 11 раз. Задает переменную 2 или второе умножитель значения, выдает случайно от 2 до 9, и также с первым, с переменной 1. И спрашивает, сколько будет переменная 1 и умножена на переменную 2. Его посетитель знак. И ждет. И если 1 и переменная 1 умножен на 2, и это и при этом равно ответ, то он передает сообщение правильно. А если нет, то передает сообщение неправильно и ждет 5 секунд. Так это повторяется 11 раз. Далее, наш танк. Когда флажок нажат, он переходит в определенную точку, скрывает переменную жизни, вот, и жизни 2. Еще и нет костюм на костюм 1. И показывается.
А когда он в эти сообщения заново, он опять показывается, приходит в определенную точку, показывает переменную жизни и показывает переменную жизни 2. Устанавливает размер 100%, изменяет костюм на костюм 1. Вот. И задает жизни значение 6. И ждет до, когда жизни равно 0. Устанавливает размер 75, изменяет костюм на взрыв. Вот. Ждет 3 секунды и прячется. Вот. А, вот программа вражеского танка. Она похожа на наш, только сделана немного наоборот. Когда, значит, он так устанавливает размер 100%, изменяет костюм на костюм 1, переходит в определенную точку и показывается. Когда он получает заново, показывается, переходит в ту же, немного в другую точку, устанавливает размер 100%, изменяет костюм на костюм 1, задает жизни 2, значение 6, и ждет, когда жизни 2 будут равны 0. Устанавливает размер 70, тоже устанавливает на взрыв костюм, ждет 3 секунды, прячется и передает все, и передает победа. Вот, переходим к ракете. Когда он получает, когда флажок нажат, он прячется. Когда он получит сообщение заново, устанавливает способ вращения влево или вправо, поворачивается в направлении 90 и прячется. Когда он получает правильно, ждет 2 секунды, переходит в определенную точку, поворачивается в новом направлении 90, переходит на задний слой, показывается и повторяет, пока не касается справа 11 или вражеского танка, изменяет х на 10, прячется, изменяет жизни 2 на минус 1 и передает сообщение 2. Когда же он получает неправильно, он ждет 2 секунды, переходит в другую точку уже, поворачивается в направлении минус 90, переходит на задний слой, показывается. Повторяет, пока не касается справа 1 или нашего танка, изменяет х на минус 10. Опять прячется и только изменяет жизнь на минус 1 и передает 1. Надпись «Победа». Когда нажать, он прячется. Когда получает заново, переходит в середину, удаляет все графические эффекты и прячется. Когда он получает победу, он показывается и повторяет всегда, изменяет эффект цвет на выдает случайно от 0,01 до 4. Далее, надпись «Проиграли». Она будет такая же, как и у надписи «Победа». Когда флажок нажат, он опять показывается. Когда он получает сообщение «Проиграли», он показывается. Когда он получает заново, он приходит в середину, удаляет графические эффекты и прячется. Надпись «Остановить игру». Когда флажок нажат, он прячется. Когда он получает «Победа», показывается. И когда получает «Тоже проиграли», то он опять тоже показывается. Когда он получает заново, он наоборот прячется. А когда справить нажать или персонаж нажать, то он останавливает все. Надпись «Начать заново». Когда флажок нажат, он прячется. Когда он получит победа, он показывается. Или проиграет, он тоже показывается. И когда он нажат, он передает сообщение заново и сам прячется. Надпись «Старт». Когда флажок нажат, он переключает фон на фон 2, показывается. Когда спрайт нажат, передает сообщение заново, переключает фон на фон 1 и прячется. Далее, инструкция. Когда флажок нажат, он переходит в центр и прячется. Когда он получает инструкцию, он показывается, а когда получает нет инструкции, то он прячется. Дальше кнопка. Когда флажок нажат,
Он изменяет костюм на костюм один, вот этот вот. Переходит в эту точку и показывается, когда спрайт нажат. Если вот костюм номер равно один, вот этот вот, то он передает инструкции, ждет 0,1 секунду, изменяет костюм на костюм 2, вот на этот. А когда еще раз, если костюм номер равно 2, этот, то он передает, нет инструкций, ждет 0,1 секунду, изменяет костюм на костюм 1, этот. Да, дальше, котенок. Наш котенок. Когда флажок нажат, он прячется, изменяет костюм на КЦА, вот этот вот. И повторяет всегда, переходит на задний слой. Когда он получает неправильно, повторяет 35 раз, изменяет У на 1. То есть изменяет 35 пикселей вверх. И ждет 1,7 секунд. И говорит ай 2 секунды. А потом уже и также 35 уже минус пикселей. И когда он получает правильно, он вот опять повыше поднимается на 25 пикселей. Ждет опять 1,7 секунд и говорит ура 2 секунды. Когда он будет сообщение заново, он показывается и переходит на спрайт 1, то есть на наш танк, изменяет костюм на КЦ А, и ждет до жизни вот этих вот, равно 0, и ждет 0,1 секунду. Плывет 0,2 секунды в определенную точку, то есть она вот так типа улетит и прячется. Ждет 2 секунды, передает все и проиграли. Вражеский котенок. Она будет такая же программа, что и у нашего. Он также, когда флажок нажат, он прячется, изменяет костюм на КЦ А, устанавливает способ вращения влево-вправо. И повторяет всегда, переходит на задний слой. Когда он получает неправильно, он также на 35 пикселей вверх переходит, ждет 1,7 секунд и говорит хи-хи-хи. И изменяет 35 пикселей вниз. Когда он будет правильно, он опять 35 пикселей вверх поднимается, ждет 1,7 секунд и говорит ой 2 секунды. И потом опускается. А когда он получает заново, он показывается, изменяет костюм на КЦ А, переходит на спрайт 11, то есть на вражеский танк. Ждет до жизни 2 равно 0 и ждет 0,1 секунду. А вот так он улетает. Потом прячется, ждет 1 секунду, передает победа и передает все. А вот это солнышки, это типа декорации. У него очень легкая программа. Приходит в эту точку и повторяет всегда, поворачивается на 1 градус туда и переходит на задний слой. На этом все. До свидания.